Жительница штата Массачусетс подарила своим многодетным друзьям двухлетнего приемного Дениса, которого она усыновила в 2011 году в Воронежской области. Только через год российские органы опеки узнали, что ребенок воспитывается в другой семье. Свой поступок женщина объяснила тем, что не испытывает теплых чувств к мальчику. В консульстве России в США сообщили, что в ближайшее время обратятся к местным властям с просьбой разобраться в ситуации.